Два часа дня в Ростове. В эфире новости Ростовской области на Дон-24. О самом интересном к этому часу расскажу вам я, Ася Скрынникова, и мои коллеги. Перевод на русский жестовый язык Таисии Кошелевой. Смотрите в выпуске. Наращивание не только инженерного, но и спортивного потенциала. Когда таганрожцы смогут заниматься кёрлингом? Зеленый свет дорожной культуре. Данские школьники участвуют во всероссийской онлайн-олимпиаде. Современные технологии в древнем ремесле. Как выглядит работа кузнеца в наши дни? Первое электронное свидетельство о рождении оформлено на Дону. Теперь зарегистрировать рождение ребенка жители Донского края могут, не посещая органы ЗАГС. Как сообщает сайт Донленд, такая возможность появилась благодаря сервису под названием «Рождение ребенка» на портале госуслуги. Родители в удобное время заполняют электронное заявление, и документ приходит в личный кабинет. Отметим, что при желании мама и папа новорожденного могут также получить свидетельство о рождении на бумажном носителе. Инженерная столица, а теперь еще и центр развития кёрлинга на Дону. Так по праву можно назвать Таганрог. Как развиваются высокие технологии в городе и когда таганрожцы смогут выйти на новый крытый каток, узнал глава региона в ходе рабочей поездки. Подробности в нашем сюжете. ВУЗ является одним из 30 вузов России, которые будут создавать передовую высокотехнологичную инженерную школу. Такими словами губернатор приветствовал первокурсников ЕФУ 1 сентября, а уже сегодня в ходе рабочей поездки посетил эту инженерную школу и убедился, на Дону высокие технологии развиваются активно. Ректор университета Инна Шевченко провела экскурсию для главы региона и рассказала, что в школе готовят настоящих инженеров будущего. Проект сотрудничает с ведущими корпорациями в стране, связанными с развитием робототехники, и 232 студента инженерии киберплатформ, как называется школа, их потенциальные работники. Смотрим и держим свой, так сказать, фокус на создание практических разработок, на подготовку инженеров, команды, разработчиков, проектировщиков и технологов для работы уже в цифровых средах, в киберплатформах, которые дают возможность в режиме реального времени отрабатывать самые практические кейсы. Семимильными шагами развивается и электротехника в приморском городе. Завод «Миртек» производит многофункциональные счетчики. В этом году темп роста выручки составил 120% к тому же периоду прошлого года. На этом останавливаться не собираются, рассказывает руководитель. В планах увеличить производство в 3 раза. Готовится инициативный проект, который подразумевает увеличение рабочих мест с 200 до 650 сотрудников, а также увеличение продукции с 60 тысяч готовой продукции в месяц до 200. Таких результатов можно будет достичь благодаря новому корпусу производства. Там же будут изготавливаться и более технологичные импортозамещающие детали. Продукция широко востребована, значит, будет поддержана, прокомментировал глава региона. Вложение, которое предполагается в развитие, это порядка 500 миллионов рублей. И мы здесь задействуем свои возможности, фонд развития промышленности, и будем обращаться с просьбой дополнительно на федеральном уровне поддержать реализацию данного проекта. Передовым оказался Таганрог и в развитии зимних видов спорта. Завершилось строительство первого в городе масштабного комплекса с скрытым катком на 600 мест. Теперь, помимо атлетических дисциплин, таганрожцы смогут заниматься здесь хоккеем, фигурным катанием и новшеством в Донском крае – кёрлингом. Первый лед в Таганроге, по сути дела, и первый кёрлинг в Ростовской области, которого до сих пор не было, но Федерация кёрлинга, как мне сказали, будет помогать, обучать и создаст необходимые условия, чтобы здесь этот спорт тоже развивался. Свои двери, по словам подрядчиков, спорткомплекс откроет уже в январе следующего года. Александра Дурановская, Дмитрий Дерещук, Дон-24, Таганрог. Правила поведения на дороге и не только. Более 50 тысяч школьников Ростовской области приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Как справляются с заданиями ученики, узнала наш корреспондент Маргарита Аликулова.
Как переходить дорогу, как управлять электросамокатом, как вести себя в автобусе? На эти и другие вопросы ответили ученики экономического лицея Ростова-на-Дону, выполняя задания Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги». Кому-то из участников вопросы кажутся легкими, кому-то сложными. Разобраться с правилами поведения на дороге ребятам помогают юные инспекторы движения. Дети признаются, так знания усваиваются гораздо лучше. Так можно больше узнать про знаки, узнать большую часть про некоторые моменты в дороге и узнать большую часть про расположение велосипедов. В экономическом лицее просветительские мероприятия о культурном поведении на дороге проводятся регулярно. Ребята создают листовки, изучают знаки и правила дорожного движения, а затем проверяют свои знания на конкурсах и олимпиадах. Вопросы в этой олимпиаде составлены таким образом, что они привязаны к жизни. Не просто вопрос, да, назовите какой-то знак. А вот именно, что вот ты вышел на дорогу, увидел и так далее, что ты будешь делать? Данная олимпиада проходит в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», поэтому все наши школьники, учащиеся с 1 по 9 класс, могут принять в ней участие. Та работа, которая проводится нами и всеми должна проводиться со своими детьми, это прежде всего закладывается с самого юного возраста. Вот эти те основы безопасности, которые сейчас существуют. Попробовать свои силы в олимпиаде «Безопасные дороги» может каждый школьник до 20 ноября. Для этого лишь необходимо зарегистрироваться на образовательной платформе учи.ру. Маргарита Аликулова, Кирилл Дьяченко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Помощь и поддержку бездомным, зависимым, бывшим заключенным и другим людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывают в Ростовском центре реабилитации «Спас». Людям не просто дают еду и кров, но и помогают восстановить документы и найти работу. Дарья Лисицкая пообщалась с теми, кто все еще верит в добро. Да осенит вас благодатью своей, да дарует вам жительствовать. Александру Лаврёву 58 лет. После выхода из тюрьмы он устроился на стройку маляром и надеялся, что сможет начать новую жизнь. Но вскоре случайно попал под колеса машины. После происшествия отказали ноги, теперь он передвигается на инвалидной коляске. В «Спас» обратился недавно, ведь родственников, которые могли бы оказать поддержку, у него нет. Собственного дома тоже. А здесь мужчина фактически обрел себе новую семью. Каждый день старается проводить с пользой. По словам Александра, сейчас цена жизни возросла в несколько раз. Если сделают операцию, сказал отец Андрей, помогает тоже, чтобы сделали операцию. Если врачи помогут, то я, конечно, постараюсь еще свое жилье найти. А вот Александр Трушкин уже больше 10 лет проживает в доме покаяния. Когда-то он тоже вышел из тюрьмы, и оказалось, что на свободе его никто не ждет. В это время батюшка Андрей Нацаганов как раз решил помогать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Александр стал одним из первых его жителей. Сегодня он является врачом и администратором реабилитационного центра «Спас». Они нуждаются в помощи медико-социальном сопровождении. Здесь мне пригодились и медицинские знания, и знания психологии человека, и педагогические знания. В доме священника люди, которые лишились жилья, оказались в трудной жизненной ситуации, они обретают уверенность в жизни. Мы помогаем им с обретением работы. И работы они находят свое место в обществе. К зиме жильцов становится больше. Кстати, проживают в центре только мужчины. Судьбы совершенно разные. Есть старики, от которых отказались дети. Есть мужчины, оставившие после развода все бывшей семье и теперь не знающие, куда пойти. Есть теперь уже бывшие алкоголики и наркоманы, оставшиеся без жилья и документов. За время существования через этот центр прошло больше 4000 постояльцев. Некоторые живут здесь не больше 2 недель, другие останавливаются на полгода. Батюшка принимает всех и добавляет, кто мы такие, чтобы осуждать. Надо попробовать помочь человеку, дать ему шанс на нормальную жизнь. Не обязательно, что они вышли из мест лишения свободы, потому что к нам обращаются и те, кто просто попал в трудную жизненную ситуацию. В нашей истории присутствует там трагедия там, сгоревшего жилья, потерянных документов. Люди просто проездом ехали, украли документы на вокзале.
И линейная милиция нам звонит и говорит, примите, пожалуйста, да, на день, на два. Существует реабилитационный центр, на выигранные заявки фонд президентских грантов и частные пожертвования. Для постояльцев Спаса выдвигают всего два условия – никаких вредных привычек и желания трудиться. Главная задача Спаса – не просто накормить и дать кров, но и при необходимости восстановить документы и найти работу. Ведь человеку свойственно заблуждаться и ошибаться, и необходимо помочь ему перезагрузить свою жизнь. Дарья Лисицкая, Дмитрий Дерещук, Дом 24, Ростов-на-Дону. Современные кузнецы в своей работе умело сочетают былые традиции и новые технические достижения. А в древние времена мастерам работы с металлами, помимо большой физической, приписывалась даже магическая сила. О ремесленниках, создающих изящные вещи, в репортаже моих коллег. Кованые изгибы, резные узоры, скрученные в удивительные формы детали – все это искусство художественной ковки. А ведь создаются такие удивительные изделия вручную кузнецом. Уже 17 лет Дмитрий живет этой профессией. Меня привел в свое время старший брат, работая на заводе сварщиком. Я начинал со сварщиков, потом профессия стала не очень интересная, поэтому я стал более продвигаться к этой профессии. Учителя, который мог бы передать свои навыки и умения, не было, говорит мужчина. Поэтому осваивать кузнечное дело приходилось самому, путем проб и ошибок. Дмитрий нарабатывал необходимую технику, организовал свою мастерскую, где работает и по сей день. Болгарка, сварочный аппарат, молот. В работе с металлом используется много инструментов. Часть из них изготовлена самим мастером. Например, вот такая интересная печь, которую Дмитрий собрал собственно руками. Кстати, это главный элемент в процессе изготовления изделий. Печь, разжженную до 110 градусов, помещает металлические пластины, которые нуждаются в обработке. Здесь важно поддерживать металл в раскаленном состоянии. Процесс изготовления изделия начинается с разработки эскиза. В этом заказчику и кузнецу помогает дизайнер. Затем рисунок увеличивают в масштабе, начинается работа с металлом. Потом это все рисуется, меряется, делаются заготовки, дальше куется, потом делается сборка, зачистка, покраска. Сейчас Дмитрий работает над созданием металлических аистов, символов новой жизни и удачи. Это я делал впервые вообще, я никогда не делал скульптуры, это вот первая моя, мы вчера сделали ее, завтра будем отправлять в город Туапсе. Работа кузнеца – одна из самых нелегких. Для создания изделий требуется не только много сил, но и любовь к своему делу. А когда работа в удовольствие, ее результат приносит радость и другим. Сергей Крикуров, Ирина Громова, Дмитрий Дерещук, Дон 24, Ростов-на-Дону. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии была Ася Скрынникова. Следующий выпуск в 17:00. До встречи. Что такое семья? Это ответственность. Получите максимум от своих сбережений. Откройте вклад на выгодных условиях для себя и своих близких. СМП Банк. Вместе с вами.